Благодарю тебя за выбор этой книги, за выбор себя, за выбор души своей. Попробуй найти время, найти место, любимое свое место, где ты чувствуешь себя ребенком, где ты чувствуешь легкость, чувствуешь простоту. Попробуй вспомнить то самое чувство. Может быть, из детства, может быть, из юности. Может, это будет пора первой влюбленности или дружбы, первого путешествия или праздника. Посмотри в это чувство, вспомни его. Закрой глаза. Еще раз вспомни. Всем вниманием вернись туда, в это чувство. И побудь там. Столько, сколько захочешь. Это чувство твое. Это чувство, это и есть ты. Ты сейчас. Потом открывай глаза. И поговори. Поговори со мной, поговори со своей душой. Каждым словом, каждой картинкой, каждой страничкой вспоминай себя и свой рай.